Hello, друзья, и снова всем привет, с вами Олег Огнен, и мы возвращаемся в Far Cry 6. Ну что ж, мы находимся на острове Китом, да, у нас первый ранг, и мы с вами что? А, мы с вами ничто. Мы выполнили задание, получили, как называется-то этот арсенал, Экстерминандор Супремы. Супремы зачинщик, то есть достаточно интересное оружие, вот, будем его еще использовать. Ну а сейчас мы должны получить новое задание. Давай. Ты и без меня знаешь, что Вивира — опора режима Кастильо. Он построил лагеря для производства препарата по всей Яре. Изгоев сгоняют на плантации, как рабов. Они выращивают табак, из которого делают Вивиру. Это наш народ, так это да? Табак или что? Людей избивают, пытают, поливают отравой. Мы высадились на этом острове, чтобы уничтожить один из таких лагерей. Но ничего не вышло. Пора Почему? Закончить начатое. Тебя уже ждет Хулио, он у амбара. Уничтожь лагерь. Суэрте. Окей. Так, пламя, ярость. Хулио, это же... Встретиться с Хулио, вот же Хулио. Хуан, почему это Хуан? Не творение? Ты едва меня знаешь, Асера? На инструменте, созданном мастером, должен играть виртуоз. Я видел, как ты играешь, Дани. Как Стравинский под Адеролом. У тебя есть дар. Грасиас. Но лучше бы дар помог мне свалиться с этого острова. Оля. Здоров. Здоров. Так, давайте посмотрим, что мы можем. Основное оружие третье. Это моя снайперская винтовка и улучшение. Джейка Дула. Вот. Дульный тормоз, он только гасит. То есть точность увеличивается, кстати, очень приятно. Но нам нужен глушитель. Самая большая проблема... Улетит дальнобойность. О, у меня есть российский глушитель. Американский. Давайте американский сделаем, да? Почему бы нет? О, российский, не знаю, типа этот. Ну тут типа удобства чуть больше. Компенсатор. Глушитель. Да, большой прямоугольный глушитель. Это прям, наверное, самый лучший будет, да. А, нет, вот большой цилиндрический глушитель. Самый лучший. Все понятно, это хорошо. Ладно. А что, что? Надеюсь, ты готова пожертвовать собой? Нет, не готова. Я готова победить и нифига не жертвовать. Никем, ни собой, ни что-либо еще. Бункер ФНД? А, ну это мы здесь поднялись. Да. Давайте пойдем по этой дороге, посмотрим, к чему нас все это приведет. И приведет ли нас это к чему-либо. Либо. Пойдем ночью. Будет интересно. Будет очень интересно сразиться ночью. Пришло время испытать Супрема в деле. Если солдадос будут слишком прессовать, сразу врубай. Еще один небольшой момент. Ну-ка. Супрема пока что на стадии прототипа. Ему нужно остыть после использования. Иначе он рванет, и тебе конец. А ты не мог предупредить меня заранее? Просто дай Супрему волю напиться вражеской крови. Что? Ты поймешь, Дани! Ты все поймешь! Супрем это созданный хуаном устройство, с помощью которых можешь получить доступ к уникальным способностям. Эба! Честно? Охренеть. Да, смотрите. Как вам сказать, отдыхает. Ладно, окей. Так, с нами вообще тут в ту сторону, окей. Как-то интересно. Но вопрос, а вот куда он там стреляет, на какую дальность и так далее, это же тоже очень важно. Чтоб вас... Где дорога-то, ё-моё? Дорога-то где? А. Ага, вот, все нашел. Господи, ты боже мой. Как так можно? А? Ну это же вообще... Теряешься же прям. Ух. Медленно, конечно, ходит. Это неприятно, если честно.
Кстати, а я могу улучшить снайперскую винтовочку, поставить ей более лучший ячейку прицела? Нет, не могу, у меня пороха нет. Вот самый лучший ресольверский снайперский прицел. Что-то считать, что он будет самым лучшим. Ну ладно. Окей. Так, что здесь у нас? Нет ничего почитать? А, а что это я туплю-то? Серьезно? Она не, я не успел вытащить этот. Назойливые вертолеты, танки не видят разрывные боеприпасы. Рили? Рили? Ладно, ладно, окей. Что, баса? Лошадочки, лошадочки. Так, Суприма готова. Поскакали. Вперед. Конечно, вперед, не назад же. Не бойся, не обижу. Но я еще подумаю. Да матерь твою. Еще в другую сторону. Ох уж эти горы, ох уж эти горы. Ну чё ты возникаешь, а? Чё ты возникаешь? Ну чё ты? Но! Чё ты там? Чё увидел? А? Стой! Не, ну, кстати, если так, то да. Будет намного приятнее летать с помощью парашюта. К примеру. Да? А, отличненько. Тут и вон хопсак сразу же. Кстати, смотрите, бункер какой-то. Я его не видел. Или мы здесь были. И если мы здесь были, я бы здесь его собрал, это факт. Запись о наблюдении. Краткая запись о наблюдении за возможной деятельностью Либертат. 4.00. Три лодки направились на северо-запад. 5.45. Северо-запада вернулись только две лодки. 9.00. Вышли на работу рыбацкие лодки, две из которых отделились от общей группы и отправились в противоположную сторону. 13.45. Те же две лодки вернулись подозрительно рано. 22.00. Вышли 6 лодок, на этот раз двигаются на юг вокруг острова. Час 30 вернулся к одна лодка. Решение арестовать подозрительных рыбаков произвести дознание. Так, вот и видите, то есть за ними следят. И кто бы что ни говорил, но все равно Либертат пока что не действует прям скрытно. Блин, я вроде бы прибежал, все равно еще 300 метров бежать. Ладно, пойдемте. Кстати, я так понимаю, да, территории, где мы были, они подсвечены, то есть они остаются, и все замечательно. Серьезно? Зенитное орудие Йота. Этот объект ФНДУ охраняет беспилотную зону над Ярой. Уничтожьте пушку, чтобы летать без помех. Это, кстати, важно. Серьезно? Вы видели, как перегрелся ствол? Прикольно. Я не знал, что такое вообще есть. Но выглядит здорово. Спать мы не можем, да, у нас времени ничего такого нету. А кто такой Хулио? Я что-то не помню. Хуана помню, Хулио помню. Конечно, зачем у них такие классные имена на Х? Хуан, Хулио, блин. Для русских то самое оно, если честно. И все равно, ребятки, знаете, что мне кажется? Мне кажется, это только-только начало. Я вам серьезно говорю, это только начало. Зажигатель боеприпасы. Ну, все понятно. Такс. Одиночки, одиночка, одиночка. Все верно. А?
А, так можно хотя бы. Ладно, окей, а то что-то это фигня. Окей. Блин. Ох-ох-ох-ох. Что-то здесь никого нету. Эй, серьезно? Спокойно. Вроде бы все правильно делала, все равно не сразу залез. Браслет из пуль. Ну-ка, снаряжение. Коллекции. А, записки канадца. А, ну это мы читали, да-да-да-да-да-да-да. И секретная история. Да-да-да, это тоже я видел. О, арсенал, такс. Для доп. Оружия здесь повышается сопротивление всем типам урона во время бега. А, ну то есть побежал и красота. Несколько ракет, каждый которых наводится на отдельного врага и взрывается при попадании. Ну ладно, примерно понял. Ты что ли хулё? Тут такие странные звуки, что прям идешь, идешь, хлобысь, что-то как будто происходит. Наконец-то. Слушай, не буду врать. Я хотел сделать все в одиночку. Но Клара приказала мне дождаться. Надо друг другу поддержить. Да мне срать. Лите тоже не нужна была помощь. Но здесь должна быть она, а пришла ты. Ты охренел? Должна быть в Майами. Но моих лучших друзей убили, и теперь я торчу тут, с тобой. Во-во. Ну что, мир? Кончай болтать. Шаг первый, мы уничтожаем табак. Я тебе шаг не дам. Шаг второй, отраву тоже уничтожаем. Шаг третий, сваливаем в освояси, а Кастильо наслаждается приветом от Либертад. Ясно. Бери снарягу. Она защитит тебя от огня. И от отравы. Это даже важнее. Чё за снаряга, где? Надо бы надеть защитное снаряжение, что дал мне хулю. Без проблем. Финал. Так, поехали. Хорош. Охренеть. Ткань. Бутылка. Перчатки Фуэго. Автоматически тушит вас, если вы горите. Ладно. Подходящая защита сохранит тебе жизнь в любой ситуации. Да, да. Используй подходящее средство. Часто это слышу. Послушай, Хулио. Лита была мне почти сестра. Нечего ей было делать на борту. Она умерла из-за тебя. Ты охренел? Литу убил Антон Кастильо. Если бы это зависело от меня, я бы погибла вместо нее. Лита была такой, какой мне никогда не стать. И если она любила тебя, мне это о многом говорит. Мысли. Хватит. Слушай, если мы идем до конца, то тебе лучше знать об отраве. Ты про дрянь, которую они льют на листья? Называется PG-240. Но для нас просто отрава, потому что от нее хреново. Не вдыхай ее и не давай попасть на кожу. Люди от нее сходят с ума и заболевают. Очень тяжело болеют. А те, кто выживает, умирают потом от рака. Конья. Служила, значит. Снайпер? Или по ближнему бою? Чем снайпер. Занималась? Пушками. Они меня слушаются. В общем, смекай. То, что я тебе дал, неплохо защищает от огня и яда. Но повстанцам нужно снаряжение, подходящее к их стилю боя. Или их перебьет. Давай, осмотрим все отсюда. Даю, даю. Посмотрим, что тут у нас. О, кстати, с вышки реально можно посмотреть неплохо. Плантация Вивера Нуэва. Сюда, далее. Да без тебя понятно. Вперед. Классно, что куча-куча верстаков здесь рядом есть. Значит, можно реально будет поработать на них. Еще самое интересное, я ведь по сути могу, например, снимать солдаты и отсюда ведь. Видишь, вивернутый табак и желтые баки с ядом. Си.
Пробей в них дыры, чтобы выпустить яд. Интересный факт. Отрава и огонь — адская смесь. Бабахнет, что надо. С распылителями так же. Их не просто угробить, но огонь справится. У тебя есть огнемет. Есть Супрема. Пора, наконец, прикрыть эту сраную лавочку. Знаешь, у нас с Литой был ритуал. Чтобы настроиться перед боем. Песня. Какая? «Эль мовимьенто, да либертат, о бело чао, бело чао, бело чао, чао, чао». За Литу. За Литу. Устроим тут бардак, Дани. И что, такая музыка прикольная? Честно, я нихера не понял. Только потому, что он болтал, а я в этот момент смотрел. Гляди! Чё ты орёшь? Мочите! Сожжём это мерзкое место к херам. Ё-моё! Граната! Жрите! Я никогда так не работаю! Да ё-моё, не того. Чё? Ага. Ой, хрен вы творите, блин, нахрена так? Зачем? Я не работаю так! Ты больной, что ли? Вообще нахрена? Да зачем? Зачем так-то? Зачем вот все нужно было делать так глупо? Нет в этом смысла никакого, блин. Музыка шикарная, вот музыка прям вообще классота. Ух,
Надо, кстати, вот это вот учитывать, реально. Вот поэтому я и люблю, блин, ходить один. Глупая миссия, вообще. Это я не люблю, когда так делают. Зачем? Вот зачем это? Объясните, а? Для чего вот это вот, типа, круто должно быть? Да это не круто, нифига. Это выглядит здорово и круто. Хуан, этот Супрему просто перфекто. Си, и не забывай, что возведить эту красотку достаточно убивать солдатов. Они просто потрясные. Серьезно? То, что я знал, что они самонаводящиеся, но чтобы настолько, это вообще. Кончился, блин. Ладно. Может, найдем где-нибудь еще боеприпасы? Ну, кстати, вот винтовка здесь будет, только здесь нужен глушитель. Все остальное либо дульный тормоз, либо компенсатор, либо что-то еще. Соберите коллекцию песен, разыскивая флешку, спрятав во все яр, слушайте музыку с помощью прыгать, которую можно найти в игровом мире или даже в транспорте. Окей. О, тайник FND найден, отлично. Чего? О, точно. Короче, здесь есть отсылка одна. Когда сжигаем... сжигаешь вот эти вот плантации. Там, короче, есть такая интересная отсылочка. Что-то мне это все напоминает. Отсылка к третьему Far Cry. Да-да. Ирильера. Скоро.
Я хотел это взорвать. Сжечь все огнеметом? Знакомое чувство. Вот она отсылочка. Честно, это была хреновая миссия. Я мог сделать лучше. Но это придурок. Да, ты можешь за себя постоять. Ну, я же вроде как тебе говорила. Нужно уходить. Пошли. Такое световое шоу, весь этот дым точно заметили. Мы отлично сработались. Си, если ты была добра к Лите, значит, ты была добра и ко мне. Грасиас, Дани. Встретимся в лагере. Как обычно. Как обычно. Пламя и ярость. Герильера. Отлично. Плантацию, я так понимаю. Ну, смотрите, вот здесь тайник ФНД. Кстати, надо забрать его. Что это? А, вот, смотри, тайник ФНД. А это что? Яранская контрабанда. Тайник ФНД. Яранская контрабанда. Яранская. А, кстати, а что я туплю-то? Я же могу... Я думаю, я же снять могу здесь с винтовки-то этот, с моей. Или нет? А, не-не-не. Надо снять глушитель. Либо компенсатор, либо дульный тормоз поставить. Так будет удобнее. Вот основное оружие, то есть... С этой винтовки мы снимаем ячейку дула, чтобы снять ее. Вот, дульный тормоз. Так, глушители нам не нужны. Вот, значит, нам нужен дульный тормоз. Вот и все. Дульный тормоз поставим, будет хорошо. Ячейки боеприпасов. Так, незащищенный, ячейка прицела. Ну, здесь тоже все остается так же. Хорошо. Так, основное оружие один. Тут пока что все то же самое. Я так думаю, да? Ага. А? Окей. Ну и третье оружие. Тут все нормально. Да, глушитель, ну чё. Так, здесь не стандарт, здесь нужно бронебойку, нужен порох. Вот здесь нужна бронебойка. А там сделать нужно обычно. Вот здесь-то вот, опять вот на этом оружии. Нужно делать обычные боеприпасы. Обычный поставлю. Зачем мне какой-то там не бронированный или что-то еще? Так удобнее. Клара, надеюсь, ты видишь этот столб дыма. Так себе. Ты нанесла Кастильо ощутимый удар. Хулио не слишком тебя донимал? Ему трудно. Но ничего. Лите бы это все понравилось. Дани, можешь кое с кем встретиться? Его зовут Бенито. Он рыбак и может предоставить либертат лодки. Живет на восточной стороне бухты Касас. Люблю заводить новых друзей. Твой талант строит для нас мосты, Дани. Бенито нам нужен. Поговори с ним. Окей. Клара попросила меня что-то сделать. Такс. Тайник. Где тайник? Говорит, Аника Фанди. Где? А, наверху. Послание от Льва Яры, президента Антона Кастильо. Твою дивизию. Я горд называть себя истинным иранцем. Вот он. Отлично. И что у нас здесь? Порох, отлично. Порох — это то, что нам нужно. Эх! Не дотянулась.
Ну, вот, блин. Да вы что, прикалываетесь, залезть не можешь, что ли? Яра всегда была бриллиантом Карибских островов. Поколение мы с гордостью называли ее так. Но помните, колонизаторы имели лишь это. Такс. Внимание! У хранилища топлива КБС замечена подозрительная активность. Возможно, кража топлива. Обыскивайте всех прибывающих гражданских, осмотрите транспорт и грузы. Не теряйте бдительность. Отлично. Давайте отследим. Как раз используем то задание, которое мы, например, не еще брали. Тут нельзя просто так сидеть, блин. Надо что-то делать. Вот. Даже не то, что... Восемь выстрелов надо. Героини не смотрят на взрыв. Так, куда нам надо? Сюда, что ли? Ага. И давайте, все, без проблем. Только вот сюда сначала сходим. Ну, сбегаем, точнее, да? Это туда нам, да? 700 метров. Конечно, носиться приходится по всему острову, но ничего страшного. Это приятно. Да что же вы будете со мной делать-то сегодня, а? И насморк, и... Слезы текут. Как вообще вот жить, а? Я так не делал больше, ладно? Может, чем-то найдем рядом, да, вот находящийся пляж по Райсу. Ну вот от Мелькорита. Мы пока что идем туда. Узнать, что там у нас есть. Если нет ничего, ну, значит, ладно. Есть, есть. Короче, как какие-то интересные эти вышли. Какая-то информация, что, типа, даже видеокарта RTX 2060... Ой, 3080, да, там RTX, и самый-самый супер-пупер-крупер-дупер, ну, вакер-факер-бупер карта, не справляется с HD-текстурами Far Cry. Прикиньте? Просто не справляется. Даже интересно, кстати. О, тайничок есть. Hola. Здорово, здорово. А, только это у нас, ага. Клей Супрема. Что-то говорит, прикиньте. Так, ну лошадей нет. Лошади это, конечно, прикольно, но честно. Честно, лошади это прикольно, но... Как по мне, да? Немножко неудобно они здесь сделаны. Прям почему-то вот неудобно и все. Я бы хотел, чтобы я мог, например... Опа. Я бы хотел, чтобы управление было намного проще и лучше. Ну вот почему-то нет такого. Маяк пункта Эста. У кого, у тебя что ли? Вот я согласен. Тихо. Его. Какой тихо-то? Ты о чем? Дыши глубже. Ни слова больше. Мать твою. Убейте! Жива, вставай давай. Нет, нет, нет. Ты дура, что ли, иди отсюда. Я тебя спас, а ты тут говоришь, нет, нет. Я говорю, да, да, да. Иди давай. Надо срочно валить! Беги. Не знаю, как... я когда-нибудь их пристрелю.
Я их спасаю, значит, да? А они тут. Нет, нет, нет. Давай, давай, все хорошо. Ты у меня умница, молодец, Дани. Баллончик с краской. Такс. Здесь придется тебе использовать всю свою физическую силу. Отлично. Вот он. И это у нас Хьюмидор. Помидор, только это Хьюмидор. Арсенал. Да, дробовик появился. Причем уникальный дробовик. Первый выстрел после перезаряжания наносит повышенный урон. Прикольно. Но мне нужны винтовки. Мне нужны винтовки. Если будут какие-то, ну, уникальные винтовки, будет круто. Место для рыбалки. Да что ты так все носишься с этим местом для рыбалки? Оп-оп-оп. Выживу, свалю из этой страны. Gracias, mi socio. Пустяки. О, красавцы. Салют. Салют, давай. Окей, так, с этой есть. Хорошо, где музыка? Дани, мне сообщили, что ты рядом с хранилищем. Да. Там сейчас база FND. Ее нужно зачистить? Си. У армии базы по всей Яре. Если мы хотим свободы, нужно ослабить хватку военных. Сделаю, что смогу, Клара. Так, это место для рыбалки. Окей, хорошо, это пере... Вот, если что. Два ящика, кстати, даже три ящика Либертада. Нормально, да? Мангуст, блин, хренов. Ужас какой, ужас! Почему она так медленно двигается? Вот она ведь бежит. Вот это бег прям, это shift. А это бег, который она идет. Клара, я у хранилища. Либертад нуждается в топливе. Поэтому просто зачистить солдат и захватить хранилище мало. Бензин должен стать нашим. Действуй осторожно. Заберись повыше и с помощью телефона отметь все камеры и сигналки. Ага, ладно. Я с ней согласен, честно. Нужно, правда, забраться повыше и посмотреть. Реально помогает, особенно мне. Так, отлично. Поехали. Основное оружие. Винтовка. Так. Тормоз. Вот, тормоз. Замечательно. Это гимн, что ли, поет? Медик на посту. Медик? Это что ли зачинщик? Хитрец. Снайпер. Все, что ли, больше пока никого нету, да? Как я супер.
отцом важные солдаты. Вот, медик надо слить. Кого здесь нет? Ах, ты ж меня спалили. Ну это фигня. Я не ожидал, касса медик, это важные. Ой, это сильные персонажи. Чё? Твою мать, я сирену-то не вырубил же. Дани, подкрепление врага движется к тебе по дороге. Дани, в твою сторону движутся солдатас. Да, я уже понял. Твою мать, я хотел этот... типа засесть. Я хотел сделать следующее. Вот они движутся ко мне, я хотел, короче, спрыгнуть, сесть за пулемет и то сделать. Ну ладно, давайте еще раз. Я просто не знал, что медик оказывается этот. Что медик сильный. Ага. Как бы верится еще раз. Самое главное, это снять снайпера. Все остальное для меня будет просто прогулочкой. Твою мать, слава богу, она не упала. Я просто хотел сесть. Снайпер на посту. Снайперы. Надо убрать. О, здесь есть камеры. Это вот очень интересно. Так, ладно, давай-ка этот. Первое. Это ты. Да лежи! Хорошо. Ага. Кью заметила. Чего? Да вы, блин, издеваетесь, что ли? Ё-моё. Да. Чё за бред? Какая хрень? Вот больше всего бесит. Какого лешего этот... Как его зовут, господи? Снайпер падает вниз, а не назад. Ладно, сейчас научимся. Ничего страшного, все это будет беспроблемно. Фигня это все, базар. Вот, ты что, хрень это нужно уничтожить? Который может, может вызвать так называемый этот. Стоит отключить камеру. Ну, Туб знал, что здесь есть эта штука, а? Он вообще ходит? Нет, это интересно. Снайпер-то. Овец.
Что, так и будет сидеть, что ли? Вижу медика. Особо важно, солдаты часто носят с собой ключ от комнаты с тайником. На базе, на всех базах в Энди есть такая комната с тайником, где можно найти ценное оружие. О! Обычный. Странно, что я башку ему не попал. Вроде бы и целился-то ровно. Ну да, получается, если я убиваю противника не выстрелом в голову, то есть не смертельным выстрелом, то медик может их резнуть, так сказать. Это логично, окей. Давайте зачистим эту базу и закончим, потому что это как-то плохо все идет. Я просто хочу попробовать, вот попробовать зачистить ее таким вот образом. Вот. Ёшки-матрешки. Да. Можно сохранить как-то там? F6, F8, EZ, да? Как вообще сохраняется? Не спрячешься. Честно, телефон шикарный. Черт, там камера. Все видно. Чего? Это хорошо. Теперь он валяется там. Ты следующий. Отлично. Такс. Ты следующий. Отлично. Сержант Армс. Отлично. Так, этого я вряд ли добью, потому что слишком далеко. Ладно, окей. Вот это уже интереснее. Вот это уже намного интереснее. Защитим то, что принадлежит нам. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы хранилище топлива и оружейное в форте Кита перешли в руки повстанцев. Солдаты Кастильо, мы с вами первые и последние линии обороны этих животных. Лейтенант Рамирес. Ключ еще пригодится. Да, это факт. Так, окей. Отлично. С помощью клапана можно выкачать нефть, чтобы все не рвануло. Сержант. Меня здесь нет. Споришь, что здесь есть тайник? Где? Здесь-то? Да я-то знаю, что он здесь есть. Опа. Напоминание об инспекции. Напоминаю, что завтра команданте Росарио посетит на каждую базу на хребте Токолоро с целью проверки, которую проводит раз в полгода. Следуйте указаниям своего командира, чтобы проверка прошла гладко. Команданте следует относиться с почтением. Всякий, кто нарушит протокол или будет своим поведением бросать тень на репутацию нашей армии, будет строго наказан. Йоу. РПДшка, это интересно уже. Я супер. Да я вообще бомба.
Хорош. Раскидала все. Ну да, захвачено, отлично. О, Либертат. Хранилище Тома Кобеса. Без тревоги. Захвачен дополнительный ресурс. Отлично. Кстати, ведь еще ресурсов-то есть. Я ресурс-то ловлю, но этот... Да, видите, это очень важно. Получается важно, чтобы без того всего 50-е. А ты кто? Смотри-ка на мой товар. Отличненько. Это что? Результаты голосования. Выбираем крокодилу крючку. Пила 2, мадам М 0, клыки смерти 1, пушистик 6, гильотина 3, Донни Джи 1. Согласен. Пушистик лучше всех. Ну все, вроде бы нормально. Задание? Серьезно? Машина? Может машину вызвать? Недалеко машина ведь. Кевола! Челс РПГ. Так, что у нас? Так, это мы захватили, это мы молодцы, хорошо. Давайте вот сюда отправимся, да? Все-таки возьму-ка я лошадь. Тише ты, ну. А то прям вообще. Вау! Откуда? Кто? Мать твою. Хорош. Я думал, больше троих тут... О, серьезно? Смотри, таскается. Я думал, больше троих тут никого не... Ну, кроме тех троих никого нет, а оказывается, вон там куча всего. Ладно, ребятки, давайте на этом с вами сегодня закончим. Лишний раз не будем просто так стрелять по... солдатам, да, которые находятся здесь. Луга Прада, господи. Вот, нам сюда топливо для революции. Ранг 4. О, то есть, видите, нужен 4-й ранг, а мне его нету. КПП в Саграду. Зону патрулирования по станции, доступ. Все, это у нас все есть. Нам вот это надо. Потом вот. Иранская контрабанда. Странно, что мы эту территорию, блин, не захватили. Полуостров, ранг, тайник. Гармония, вот это вот поселение, вот эта часть не захватите, все это не наше. Надо зенитку уничтожить, это факт. Вот это вот прям факт, нужно ее уничтожить. Ладно, ну будем уничтожать уже с вами, ребятки, в следующей серии. А сейчас вам скажу всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии. С вами далеко, не увидимся в следующей серии, всем удачи, пока-пока.